Шпион Филипп Киркоров. Искала, кто оригинатор. Написано Институт садоводства. Очень чудесный пион, такой чисто белый. И есть краб небольшой, небольшие пятнышки внутри. Кстати, вот первые два бутона, они уже сорваны у меня. Они были абсолютно белыми, без всякого крапа, без всяких там пятнышек, без всяких ободков бордовых. А вот вторые, это тоже, это эти самые не боковушки, это тоже бутоны главные. Они вот тут небольшой краб, а тут тоже чисто белый. Такой сантиметров 80 он пиончик у меня. Это его второе цветение. Вон, еще будут. Тут тоже боковушечка будет цвести. Что-то еще будет цвести. Удивительно, что он не сбросил. Не все сбросил свои центральные бутоны после морозов. У нас 3 дня морозы были. -6, -7. Вообще очень многие пионы пострадали. Ну, вот тут вот видно, что центральный сброшен. Остальные все вот процвели. Вот они. Это тоже не боковушка, а центральный. Эти два центральных. Филипп Киркоров. Нежный очень пион. И очень красивый.